Вопрос с нехваткой школ и детских садов в столице стоит уже не первый год, особенно в жилмассивах города. Но уже в скором времени у детей населенного пункта Акордо появится возможность ходить в школу и детский сад неподалеку от дома. Жители Акордо заслужили такую школу, такой современный садик, потому что столько лет здесь не было никаких коммуникаций и никакого развития. Сегодня это будет современный жилой массив. Вы видите, очень идет бурная работа по обустройству тротуаров, строительству дорог. Исполняющий обязанности мэра Бишкека Айбек Джунушалиев заложил капсулу под строительство школы и детского сада в жилом массиве Акордо. Главу муниципалитета ознакомили с планом строительства образовательных зданий. Так, общая площадь школы составит 5879 квадратных метров. Она рассчитана на 750 мест. Сметная стоимость составляет более 154 миллионов сомов. В эксплуатацию объект планируется сдать в августе 2023 года. Вместе с хорошим воспитанием мы должны дать детям и хорошее образование. Для этого нужно создать все условия. Строительство двух объектов, школы и детского сада – большое событие. Государство сегодня уделяет особое внимание возведению новых социальных объектов и направляет необходимые средства для этого. Жители новостройки рады такому событию и уже с нетерпением ждут окончания строительства объектов, потому что в жилом массиве Акордо с населением 16 тысяч нет своей школы и детского сада. Люди вынуждены отдавать своих детей в городские образовательные учреждения. Мы очень рады тому, что у нас наконец будет своя школа и детский сад. Наши дети учатся в городских школах, они находятся далеко от нас. Приходится ездить каждый раз в забитых маршрутках, что доставляет и детям, и взрослым много неудобств. А в школах поблизости мест нет. Так и с садиками. У кого есть возможность, отдают детей в частные. У кого нет, приходится смотреть самим. Из-за этого многие женщины не могут выйти на работу. Есть дети, которые учатся в Новопавловской школе или в городских. Тяжело добираться, особенно зимой. В соседней новостройке в школе мест нет. Очень радует, что у нас скоро появится своя школа, где будут учиться наши дети. Напротив школы построят детский сад. Он будет рассчитан на 280 мест. Строиться будет садик за счет городского бюджета. Стоимость объекта свыше 123 миллионов сомов. До сегодняшнего дня строительство детского садика нового, типового, начиная с нуля, таких детских садов не было в жилмассивах. Либо были реконструкции существующих зданий, либо возврат зданий. Но сегодня это будет современный хороший садик на 280 детишек. Кроме этого, сейчас в жилмассиве Акордо проводится ремонт краеведных дорог. Здесь у нас предусмотрено 1700 метров погонных самой дороги. Как вы знаете, уже от улицы Гагарина до Ахунбаева мы закончили первую часть, это километр. Вторая часть, вот мы стоим сейчас на ней, 700 метров, мы планируем закончить в ближайшие 2-3 недели. Толщина асфальтового покрытия у нас будет 12 сантиметров, как везде по стандарту. Первый слой 7 сантиметров, следующий 5 сантиметров. Ремонт дорог проводится не только в жилом массиве Акордо, но и в других новостройках Ленинского района. Отметим, что в планах мэрии построить еще 4 школы в жилых массивах Алтын-Ордо, Рухи-Мурас, Ахбата и Ахпосоғо. Айпери Шаимбетова, Джанадиль Абубакир Улу, ЛТР, Бишкек.